Так, ладно, все. Погнали продолжать Адзусу. Сегодня качаем ее на D-ранг. Поэтому. Во-первых, мы знаем, что сделаем. Ну, возьмем Адзусу в качестве лидера. Во-вторых, давайте ей соберем группу. Из Йори и Ами. Или наоборот. Неважно. Вот так. Разнообразие. Так сказать. Во-первых. Во-вторых, не-не, причем тут я ее? Рюку Каманчи собираю. Во-вторых, нужно посмотреть ивент. Так, Кира Кира Герл. Окей. И тип костюма мне нужен. Это во-первых. Во-вторых, точнее уже в-третьих, в-четвертых. Нужны костюмы. Можно вот этот пресет отдать. Так, вот этот подходит. Что у нас еще? Подходит под... Нет. Все очень плохо. Так, вот этот, но он слабее. Так что нет. Ну да, больше ничего не подходит. Так, сейчас, секунду. Берем аксессуары. А мы затащим в любом случае, поэтому давайте возьмем что-нибудь, что будет подходить. Костюм вот этот, например, нормальный. Юрий в президенты. Ушки можно? Как бы... То, что нельзя, но... Ушки МВА, да нет. Плюс 10 фанатов. И они слабее. Обращайте внимание, мой песик активный. Да, вроде бы сойдет нормально. И нужно выбрать три песни. Ну, нормально. Кираме, Кираи, Ипай и Дарайбу, как умеет дощел. Нормально. Хэппи, хэппи, какой же третий? Может, хэппи? К счастью, тут нельзя выбрать одну и ту же песню. Чтобы три раза подряд она была. Так. Хотя так было бы легче их качать, кстати. Так, ну что ж. Все, погнали. Ранг Д. Брать для Адзуса. Завтра С, потом Б, потом Extreme Life.
Как вы поняли, что я никуда не спешу проходить сюжетки. Хочу больше насладиться этой игрой. Скажем так. Так, ну что ж, сегодня у тебя вызов, ранг D. Ну, что там, ты сможешь стать хорошим... Это поможет тебе подняться, как местного идола. Местным. Мне очень нравятся местные фанаты. И они тоже похожи... Я им тоже, похоже, всем нравлюсь. Поэтому я понимаю, что я... должна, типа, это сделать и поднять ранг. Ради всех них. Подниматься. Да, ты давай, короче, иди на сцену. И поднимайся к вершине. Что там, компанию составить? Ну, короче, да, пошли вместе. Мы же, типа, тренировались, поэтому сейчас будет нормально. Покажу свои плоды. Погнали. Thank you.
Привет, Фруича, привет всем, кто тут пришел. Ну что ж, замечательно пройдено. Анилин, можно через саму консоль, у нее есть встроенная функция, но только в 720. К сожалению. Хотя, может быть, они на новой прошивке, которая скоро будет, добавить поддержку. Там вроде бы вообще 4К обещали даже. Фотки можно будет вытащить. Но хз, насколько это правильно. Правда или просто... Так. Здорово, здорово всем, кто только пришел. Так, продолжаем сюжетную линию Адзуса. Хотя тут ее тупо на бис пригласят и все, но... Погнали. Так, Адзуса, ты прекрасно справилась. И ты была... Что там, спокойной, короче, хорошо на сцене. Это странно. Что-то какое-то странное. Ну, странная атмосфера была у нее на сцене в этот раз по отношению с предыдущим разом. Странно. Ну, я не совсем это понимаю, но, скорее всего, из-за того, что твои способности как идола выросли, типа, ты стал уверенной, типа того. Способности, да, они очень сильно выросли по сравнению с тем, что было раньше. Но все равно все еще медленно. И что-то там, слава богу. Короче, на бис погнали. Верт больная, а что там больного? Не знаю, я не вижу. Мне как-то вообще все равно. Мне не тянет. やっぱり帰るセクシーパーツ激しくドーンドーンほっ浅づくこの人も待てやー
Замечательно. Блин, я там заскринил момент с поцелуйчиком. Не знаю, если мне удалось его поймать. О! Ай, блин, серебряный подарок. Блин, я думал, золотой сейчас упадет. Так, ну а надо. Ну, да, я сказал, я смотрю на эти канзи. Пытаюсь их запомнить. Ну, или что-то прочесть. Получается, как-то так себе. Напил. Окей, ладно. Напил прокачки — это полезная вещь. Окей, ладно. Кстати, давайте я посмотрю, может, что там со скринами. Получился то, что я хотел, или нет? Ай, блин, не получился. Слишком рано. Точнее, поздно уже нажал. Твою южишь. Ладно. Это старый. Эх, ладно. Потом попробую еще. Облом. Нет, Солар, не за ними. Так, Адзуса... становляясь более популярным идолом, привлекает все больше внимания. Мы решили провести денек на пляже, что находится недалеко от нашего лагеря. Типа того. Я повысила себе ранг, и сегодня мы пришли на такой... И тут не... Фу, нет. И сегодня мы пришли сюда, тут такое прекрасное море. Что-то там отдохнуть. Продюсер, вы заслужите спасибо, благодарность за это. Сегодня первый день, мы должны, я думаю, типа помедленнее. Расслабиться, да? Адзуса, у меня вопрос. Ты устала, верно? А? Не-не, ничего подобного. Этот лайв не был тяжелым, типа того. Тогда почему бы сегодня выходной, может, тут тебе устроить? А еще какую-то цель все-таки поставим для конца дня. Небольшой выходной, я не против тебе дать. Как... цель. Ну да, я должна же постоянно расти и не тратить время впустую. Даже на отдыхе.
ракушку. Тогда как насчет такого? Найти очень прекрасную ракушку сегодня нужно до конца дня, несмотря ни на что. Ну, это хорошая идея. Пару там что-то ракушек не пропусти, короче. Ну тогда решено. Короче, я должна типа это сделать до конца дня. Окей, мы на пляже с Адзусой. Она типа ракушку должна найти. Так, Синджин, у меня была Тейлс у Берсери. Последняя демка. Так, прошло несколько часов, и что-то Адзусу вообще нигде не видать. Куда она ушла? Продюсерса, Сан! Продюсерса! О, Адзуса! Чё, нашла ракушку? Не. Ничего не удалось, короче. Хотя я вот побродил немного по пляжу, а потом в конечном итоге я потерялась. О, господи. Как всегда. Так. Это была вместе с хорошим видом, типа того. Я пошла у какой-то скалы, но там, к сожалению, никакой ракушки тоже не смогла найти. Так что... Из-за того, что я ничего не ела... Не ела уже, короче, давно. Я очень сильно проголодалась. Кстати говоря, что-то я чувствую какой-то прекрасный запах. Окей, она проголодалась. Блин, она такая няшная, ну серьезно. Особенно вот когда начал говорить, что она голодная. Блин, ну просто хочется обнять и накормить. Ладно. Так, я вижу какой-то коттеджик вот тут недалеко. Может пойдем поищем, может пойдем туда, поедим, а потом будем искать дальше ракушки. Да. Пойдем поедим что-нибудь в этом коттедже, будет весело. Ну, кстати говоря, еде. А что лучше всего подойдет идолу? Ну, Адзуса, тебе подойдет лучше всего... Ну, не знаю, мороженое пусть будет. А как насчет... Ай, блин... Короче, мороженое. Оно типа вкусное. Хотя стоп, нет. Можно ли Ice Candy перевести использовать? Да, это все-таки разновидность вроде бы. Ну ладно, не важно. Короче, будет мороженое. Сладкие конфеты. Точнее, ледяные конфеты. Так. С каким вкусом взять? Точно, я решила. Молочный возьму. А продюсер, а вы что будете? Ну, тогда я возьму... Возьму. Так, после того, как мы съели мороженое, мы продолжили искать наши сокровища. И Адзуса наконец-то нашла ракушку. Голодный. Ну, Ниблер, это мороженое. Надо погуглить, точно. Какое-то мороженое, походу, это как ее. Ладно, неважно. Так, оно, смотрите, очень прекрасное. Продюсер Сан, я сама ее нашла. Я смогла добиться своей цели сегодня, которую мы поставили в начале. И благодаря вам я смогла действительно очень приятно, очень хорошо провести время. Тебе понравилось искать вот эту фигню, короче, эту ракушку одной? Да,
Как идол. Это мне очень пригодится, потому что я типа всегда тоже должна стремиться к чему-то великому найти и сиять что-то там. Сиять, как вот эта ракушка. Я очень рад, что тебе это предложил, и наша цель была выполнена, и но не забывайте, что наша основная цель это типа экстрим лайф. Это не будет сокровище, которое мы с легкостью можем взять. Ice Candy. Да, вот, собственно, нам Another скинул этот тип мороженого. Если честно, оно не очень. Мне оно не особо нравилось. Да уж, действительно. Но все будет нормально. Потому что, ну я... Потому что есть человек, который всегда рядом со мной и помогает. Поэтому, пожалуйста, помогите мне на следующих уроках. Так, ну Адзуса немного продвинулась вперед, ее способности растут, и она становится все лучше. Блин, прекрасно! Просто прекрасно, серьезно. Я обожаю вот такие моменты. Реально, так, не знаю, как-то это, блин, так душевно, так... Блин, ну, ребят, в такое нужно, само собой, лучше всего играть в одиночку. Конечно, если вы... Ну, короче, знание японского, но это не важно. Блин, в одиночку играть, это просто можно сдохнуть от мимимишности. За это, ну, блин, ну да, ну, все... Это так душевно все, так прекрасно, так всем, не знаю, чувствуется настоящим, что ли. Прямо одно удовольствие. Какие еще были стратегии? Я не успел их рассмотреть. Я взял то, что мне сразу бросилось в глаза. Увидел айс, взял айс. Понятно, что там мороженое какое-то. Так. И пай открыли уровень сложности про. Так, работа. О, новый ранг, походу. И новую песню сейчас будем выбирать. Потому что идолов мы всех открыли. Да, я молодец, хорошо справился. А, нет. Блин, я думал, что это ивент, где нам дадут, а тут, оказывается, просто спокойной ночи мне пожелали. Да пошли вы в жопу. Мне такая она лучше пусть желает спокойной ночи, а не вы. Эти ублюдки опять мне пихают этот сраный костюм. А, этот постер. О, господи. А это же информация о новом лайве. Продюсер сан. Да, спасибо. Я знаю. Я стараюсь. Я работаю над этим в процессе все. Это новый вызов для меня, который я хотел бы бросить. Это новый концерт, который... Новый лайв, который надо... Короче, надо провести. Новая работа открыли, новые уроки. Окей. Да блин, эти ублюдки реально специально пихают этот костюм, типа... Вот видишь, как будет выглядеть твой идол в этом прекрасном костюме? Иди фарм! Сволочи. Хотя, если отрубиться от интернета, может быть, оно не будет. Ладно. На этом все, садусы. Пойдем дальше фармить на этот ивент. И надеяться на то, что мы сможем как можно быстрее его пройти. А потом продолжим. Дальше сюжетки. Как бы... Сильнее на них сконцентрируемся, как это было в начале.